сегодня у нас на обзоре квартира во Львове, в доме, который находится в достояниях, наследиях ЮНЕСКО, в самом центре, на площади Свободы. Квартира двухкомнатная, высота потолков больше 4 метров. Что есть в этой квартире? Сейчас мы посмотрим. Есть шкаф, купе, с зеркалами. Есть у нас кладовка, где можно складывать вещи или брать туалетную бумагу. Здесь у нас туалет, который похож на шахту лифта за счет своей высоты. Даже, мне кажется, здесь потолки уже подвесные чуть ниже стало. Есть ванная с горячей водой. Вода греется прямо здесь. Котел есть. Фен это комплектный. Браун. Есть ванная. Тоже все работает. Вода теплая есть. Это у нас кухня. На кухне высота потолков невероятная. Кухня, в принципе, удобная. Есть диванчик, где можно посидеть. Есть у нас стиральная машина. Мига. Наверное, работает, но не пользуюсь. Микроволновка. Есть набор посуды необходимый. Это, собственно, котел, который подогревает воду. Газовая плита фирмы Гефест. И на ней написано Брест. Очень круто. Мойка, холодильник. Это окно. Ванна. Идем дальше. Здесь у нас царская комната, king size кровать. Можно спать впятером. Есть торшеры. Периодически попадаются картины. Телевизор старенький. Philips. Стенка, которая совсем не сочетается. И не подходит здесь. Обратите внимание на полы. Ну, это очень-очень такой старенький паркет, но он аутентично вписывается в концепцию восприятия этой квартиры в рамках посещения города Львова. Здесь еще одна комната. У нас тут есть, опять же, телевизор. Я его выключил, чтобы не мешал. И здесь два спальных места. Один диван. Ну, такой нормальный. И кровать. Армейская. Здесь у нас есть стол. Вечером можно сидеть. Обсуждать, куда пойти завтра и пить кофе. Что тут самое интересное в этой квартире? Это, конечно же, ее место расположения. Находится она в самом центре Львова, в центре всех достопримечательностей. Вот мы видим, сейчас проходит экскурсия как раз. Напротив находится кондитерская аптека. В этой аптеке впервые керосиновую лампу придумали. Во Львове есть очень интересное решение для туристов. Это такие QR-коды, метки. По ним можно идти и самостоятельно наводить телефон и получать всю информацию о достопримечательности.
Вот прямо здесь находится четвертая достопримечательность. Аптека. Здесь находится центр. Погода сегодня во Львове хорошая. Но центр — это, конечно же, пробки. Очень тяжело поставить машину куда-то. Хорошо, что тут во дворе есть стоянка бесплатно. Очень удобно ходить гулять. То есть ты просто идешь. Ну давай созвонимся тогда. Выходишь. Вот здесь стоянка, где можно поставить машину, есть свободные места. Спускаемся чуть ниже. Очень аутентичный подъезд. Тихий дворик. Нажимаем домофон. И мы уже гуляем по исторической части Львова. Наш дом. Площадь рынок находится вот сюда пройти. Вот этот трамвай едет по площади рынок. Буквально 5 минут пешком. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр.